Доброго дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. 29 листопада о 12 годині в приміщенні Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна відбудеться відкриття заключної виставки третього циклу «Нові імена Миколаївщини». Про цю подію ми дізнаємося від наших гостей. Сьогодні в нашій студії Валентина Кривцова – керівник об'єднання «Прибужжя», заслужений працівник культури України. Вона, власне, і започаткувала цей проєкт, який успішно продовжується, прижився і розвивається. Та майстриня творчого об'єднання «Прибужжя» Ірина Латарія з міста Баштанки та Тетяна Веремієнко з Миколаєва. Вітаю вас! Доброго дня! Пані Валентино, для тих, хто, може, не бачив попередні програми, тих, хто не знає, що це за проєкт «Нові імена», розкажіть про нього. Як він започаткувався і як він це розвивається? Я являюсь автором выставочного проекта «Нові імена Миколаївщини». Был он основан в 2009 году и успешно проходит по сей час. Уже состоялись проекты первый выставочный цикл, второй, вот сейчас мы закрываем третий выставочный цикл. Каждый раз это 10 персональных выставок начинающих мастеров декоративно-прикладного искусства и художников-аматоров. 10 самых ярких, самых интересных, которые проживают в Николаевской области. С какой метой был започаткован этот проект? Ну, цель этого проекта, во-первых, поддержать начинающих мастеров, помочь им, ну, знаете, сделать первый шаг в творческую жизнь и, конечно же, ознакомить жителей города Николаева, жителей нашей области с теми веяниями, с теми направлениями в творчестве, которые активно сегодня развиваются в нашей области. И благодаря этим выставкам мы можем сделать такой, знаете, как итог, вот экскурс по нашей области, что же сегодня интересует наших аматоров, чем они занимаются и что они готовы предложить зрителю сегодня. Ну, проект дуже такий масштабний. Хто вам, може, допомагає організовувати його? Проводити його? Конечно. Любое дело может быть гениальным, но оно всегда будет иметь успех, если за, скажем так, за этим проектом стоят специалисты, стоят, ну, небезразличные творческие люди. Куратором проекта этого является директор областного центра народного творчества Баштовая Наталья Анатольевна, также поддержка очень большая методиста областного центра Стрелецкой Галины Петровны, которая берет на себя полностью музыкальное оформление этих выставок, потому что к каждой выставке подбирается свое сопровождение музыкальное, своя экспозиция, свой сценарий, все, что может быть еще глубже раскрыть внутренний мир мастера. И, знаете, даже благодаря вот этим проектам мы узнаем, что наш мастер не только прекрасный художник, а, например, еще пишет стихи, поет и занимается еще другими видами творчества. И мы это все, благодаря этому проекту, мы это все показываем зрителя и как бы заново открываем все грани талантливого человека. А как вы находите этих талантливых людей? Они же, мабуть, из всей области. Дело в том, что творческое объединение «Прибужья», оно состоит при областном центре народного творчества, где работают методисты самых разных жанров. Да? Вот это и театральное искусство, это хореография, вокал и, конечно, декоративно-прикладное искусство. Я также являюсь при областном центре народного творчества методистом декоративно-прикладного искусства. И моя задача – это, конечно же, выезжать в районы, в села и находить таланты, вот, и также работать с городом Николаевом, где также на, ну, городском уровне, на районном, на сельском уровне выставках и мероприятиях обязательно вот попадаются такие вот звездочки, я бы сказала, которые, ну, сразу видно, что человек необычный, талантливый, даже видно, когда есть, вот, знаете, потенциал в человеке. Конечно же, мимо таких людей никогда мы не проходим, и сразу забираем с собой путешествовать по нашим выставочным мероприятиям. Вот. И сегодня вы видите и Татьяну Николаевну, и Ирину Вячеславовну. Также, приезжая в Баштанку,
где, кстати, Баштанка, она нас снабжает прекрасным количеством талантливых мастеров и художников, и там просто, я не знаю, может быть, природа так создана, потому что самое большое количество мастеров Прибужья – это именно Баштанка. Вот также познакомились с Ириной Вячеславовной, ну и Татьяна Веремеенко. Мы также познакомились на городских выставках, на мастер-классах, где я сразу приметила эту мастерицу, и на сегодняшний день я бы сказала, что она унікальна, що касається по техніки квілінга. Ви нам щось розкажете сьогодні про цю техніку? Покажете щось? З удовольствием. Квілінг – это така, как бы, все новое – это хорошо забытое старое. Поэтому это, я не являюсь как бы зачинателем, да, изобретателем этой техники. Ну, теоретически так, исторические какие-то основы этой техники, они глубоко в средних веках даже там где-то зародились. А сейчас это просто возродившееся искусство, которое с каждым днем завоевывает все большее количество поклонников. Это, суть этой техники состоит в том, что из тоненьких бумажных полосочек, накручивая их на определенную специальную такую вилочку, создаются элементы, из которых потом можно создавать более крупные элементы, и из этих, скажем, цветов, листьев создаются большие композиции. Вот эта техника работы с бумагой как-то так очень привлекла мое внимание, и я сейчас вспоминаю, от чего такая стойкая привязанность к этой технике. Еще в самом глубоком детстве так сложилось в моей жизни, что я год перед школой я сидела дома одна. Вот чем-то надо было заниматься. Родители на работе, детского садика нет, и чем-то нужно было заниматься. И люди постарше, они наверняка помнят, были такие спичечные коробки советского образца, они были синие, такой оберточной бумагой оклеены. Они из деревянных таких полосочек были сделаны и оклеены этой синей бумагой. Вот из этих спичечных коробочек я выделывала домики, всякие такие мелкие поделки. Вот эта привязанность к работе с бумагой, она у меня прошла, получается, через всю жизнь. Я сама не подозревала, что она осталась внутри. А когда мне дочь принесла из Дома творчества маленькую открыточку, сделанную в этой технике, вот тут-то все и началось, можно сказать. На данный момент квиллингом я занимаюсь не очень долго, около 5 лет. Но для того, чтобы вот эта техника, чем она хороша, чем она благодатна, для того, чтобы достичь каких-то определенных положительных результатов, не обязательно десятилетиями этим заниматься. Вот, скажем, живопись или какие-то более сложные такие виды творчества мастер оттачивает годами, да, и это десятилетиями для того, чтобы дойти до какого-то пика мастерства. А эта техника позволяет даже начинающему человеку очень быстро увидеть какой-то хороший результат. Вот это очень утешает, скажем так, и невероятно привлекает к этой технике. Вот на данный момент я занимаюсь, вот здесь на столе можно увидеть, это мелкие формы, это шоколадницы, открытки, это очень выигрышная техника именно для этого вида, скажем, вот творчества, да, вот какие-то мелкие такие. А на выставке, которая состоится 29 ноября, вот там можно будет увидеть большие, крупные, большие работы, такие масштабные. Это называется уже на данный момент салонный квиллинг, да, это большие композиции, которыми можно украсить интерьер. Вот так. А как вы потрапили до объединения Прибужья? Ой, объединение Прибужья – это моя заветная мечта, можно так сказать. Потому что я знала, что существует такое творческое объединение, и скажем, участие в таких творческих коллективах, объединениях – это определенный шаг, ну, и этап, в продвижении, наверное, этап в развитии творчества и в продвижении художника как мастера. Поэтому вот для меня на первом этапе обязательно стояло присоединение к такому творческому коллективу. И участвуя в одной из выставок, которая была проходила в городском выставочном зале в городе Николаеве, Валентина Владимировна принимала участие в открытии этой выставки.
вот я там увидела человека, который руководит этим мероприятием, и решила, что мне нужно обязательно с ним познакомиться. Вот. Ну, и, видимо, вот как Валентина Владимировна говорит, нас было очень много участников этой выставки, я не одна была, там очень большой зал. И, видимо, среди этих всех участников чем-то я, наверное, чуть-чуть выделялась, что Валентина Владимировна меня запомнила. Вот удивительно. И когда я уже пришла к ней, то наше знакомство плодотворно, так сказать, и результативно окончилось. Вот, за что я безумно благодарна этому человеку конкретно и этому творческому объединению, потому что Прибужье для самодеятельного художника, для профессионального художника, может быть, это и не этап, скажем так, потому что он уже как бы мастер, он выходит из учебного заведения уже готовым мастером. Вот. А для нас, не имеющих специального образования, вступление в такое творческое объединение – это признание твоей состоятельности как художника. И это вот это огромный этап в развитии. Вот. И кроме всего остального, творческое объединение Прибужье – это возможность общаться с мастерами, с коллегами. Художник не может вариться в собственном соку, он тогда не идет вперед, он стоит, топчется на месте. А Прибужье – это возможность общения с мастерами, вот как я говорю, и это возможность выхода на зрителя. Потому что, ну, один в поле не воин, понимаете? Вот. И это, я как мастер, я очень благодарна этому объединению, поскольку только благодаря ему, скажем так, сбылась моя заветная мечта. Это персональная выставка в этом проекте. Это просто неожиданный подарок судьбы. Вот. И возможность вот эфира, общения со зрителями, привлечение людей к определенному виду творчества. На данный момент это тоже очень важная задача, потому что это поддерживает, это помогает выстоять в каких-то жизненных сложных ситуациях. Вот. Так. Ну, як то кажуть, майстерність якась допомагає, да? Як то нерви заспокоює. Да. Як же вдома відносяться до цього? Это очень бывает. Ну, дома, как вам сказать, когда все в хорошем настроении, то замечательно относятся. Вот. А когда встает вопрос, что мы будем сегодня ужинать, а у меня тут новые идеи, то это мало кого радует. Вот. Ну, мы же люди, так сказать, умные, и стараемся не доводить ситуацию до состояния взрыва. Вот. И поэтому, так сказать, компромиссы какие-то находим, да. Но, безусловно, каждый творческий человек – это дополнительная сложность в семье, скажем так. И, пользуясь случаем, хотелось бы, так сказать, от имени нас всех выразить благодарность нашим домашним, потому что это нужно пережить. Это нужно пережить, и, ну, они уже смирились, понимают, что у них нет другого выхода, поэтому вот так. Спасибо вам большое, что вы помогаете нам выстоять в пути на вершину, скажем так, и сопровождаете нас. Спасибо. А у вас техника это основная, чи як другорядная? Еще чем вы занимаетесь? Начинала я, понимаете как, каждый мастер к определенной технике, видимо, приходит, у кого-то по-разному складывается, кто-то приходит сразу, а кто-то в результате длительного поиска. Вот у меня как раз получилось в результате длительного поиска. Начинала я свою работу с вышивки. Это такой наиболее доступный вид творчества. И на данный момент он, конечно, безумно популярен, потому что когда я начинала, то он, опять же, не новый, но тем не менее, на тот момент не было ни канвы, ни ниток, ни схем, ничего не было. То есть где-то по крупицам из бабушкиных сундуков все это доставалось. Вот. А сейчас вот я начинала с вышивки. Вот здесь есть несколько моих вышитых работ. Я подбирала, не задавалась целью там каких-то шедевров создавать, это понятно, я подбирала то, что согревало душу, какие-то такие маленькие схемки, которые грели душу и приносили невероятное удовольствие от самого процесса, когда у тебя из-под иглы выходит вот раз какой-то пушистый воробушек, это уже радует, вот радует. Вот. А потом я очень долго занималась, уже, наверное, лет 25 я занимаюсь вышивкой, но потом вот в 11 году я резко переключилась на квиллинг, и сейчас вот очень скучаю за этим видом творчества. Ну, на выставку вы представили, да. Много работ по вышивке. Да, но на выставке, да, время от времени я так переключаюсь туда-сюда, туда-сюда. А на заключенные вот. Выставки мы також побачим и такие-таки работы. Да, там. Пані Ірино, а що для вас дало це об'єднання Прибужжя?
Я так розумію, ви недавно у ньому. Ні, я абсолютно недавно, от слушаю Тетяну, вона говорить, 25 лет, я там вишивки. Я дилетант, конечно, я всего 3 года, как в творческом объединении. Благодарю Валентину Владимировну, которая распознала меня, увидела такой идеальный, такой талантливый. Все как-то у меня абсолютно по-другому. Я была звычайным человеком в себе и никогда не знала, что я могу что-то творить и что-то делать. Ну, так произошло в моей жизни, что я начала ходить на придомик культуры, есть у нас кружок. И вот, в общем, в кружке мой учитель Лена Козявка, которая тоже в нашем творческом объединении, она распознала во мне какие-то таланты. Вот. И, ну, я начала по чуть-чуть. Сначала писала маслом. Есть здесь несколько моих работ маслом. Это там и черно-белый гризаль, да, и волна. Вот. Ну, черно-белый взагалі, здається, що фотографія. Нравится. Вот честно скажу, это самый любимый мой вид. Я не знаю. Черно-белый, мне кажется, двумя красками можно произвести абсолютно все. И настроение, и природу, и небо. Ну, в общем, все-все-все. Вот. А потом вот как-то чуть-чуть попробовала одну-две работы в батике. Это холодный батик. Роспись по шелку. Валентина Владимировна нашла локомотив, схватилась и говорит, так, Ирина, у вас неплохо получается, давайте попробуйте. Вот попробовала, вышла, уже была персональная выставка, теперь вот та выставка, которая 29 числа будет, там тоже представлены мои работы, там есть и масло, и батик, и роспись по шелку. Вот. И после этого всего я еще и поступила, заканчиваю наш колледж культуры и мастерств как раз по классу декоративно-прикладное мастерство. Коллеги мы будем, да. Так, вы будете дипломированы. Дипломированы, я уже буду специалист, мне мало быть аматором, я уже хочу иметь образование, которое... Ну, а так параллельно я еще занимаюсь, это пейп-арт, это шкатулки, которые можно и бутылочки украшать, вот тоже такая техника, роспись по стеклу, это опять же те же самые бутылочки, но много всего интересного. Получается, сейчас, когда учусь в колледже, я уже, оказывается, и ткать могу, дипломную работу я беру, ковер, и вот начинаю даже думать, а может быть мне начинать уже и качеством так профессионально заниматься, просто что ковры, они очень долго делают. Там работа, да. Приспособления какие-то? Есть все приспособление, все для этого. Есть большое желание, я понимаю, что мне это все нравится, я удивительно оказалась талантлива, я и вышиваю, я и тку, я вообще не знаю. Вот только одно, единственное, одно не хватает времени, вот, к сожалению, так оно насколько так быстро время проходит, что вот только день начался, он уже закончился. Надо отдыхать тоже немножко. Поэтому, ну вот, большое спасибо еще раз скажу Валентине Владимировне, что она меня сюда пригласила. Если бы не она, я даже бы сегодня здесь не сидела, и не было бы никакой выставки, и вот всего ничего, а так 3 года. И хочу сказать, все люди, которые хоть чуть-чуть умеют и пытаются что-то, не останавливайтесь. Мой учитель всегда говорила так: если, чтобы научиться рисовать, нужно рисовать. Нужно каждый день этим заниматься. Нужно выделять определенное время, часик-два, и тогда ты будешь расти. Если там что-то тебе мешает, и ты один день ленивый, второй день ленивый, то уже потом все, ну, постепенно, твой талант никуда. Ну и, конечно, наше объединение помогает нам общаться между собой. Мы действительно общаемся, мы где-то там помогаем друг другу, где-то интересуемся этим всем. Поэтому вот так, такие... И вот я хочу еще чуть-чуть добавить, что вот если, когда человек увлечен, то получается, что не так сложно выделить на это время. То есть я вот сейчас вспоминаю вот еще великий мастер Делакруа. Он говорил, что рисовать нужно не потому, что ты умеешь рисовать, можешь рисовать, а потому, что ты не можешь не рисовать. Вот это как раз тот самый вариант. Когда человек увлечен, то у него он должен выделить время на то, чтобы сделать уборку в доме, чтобы сходить... Вот на это нужно выделить время. А на то, чем ты занимаешься, оно поглощает все остальное время. Поэтому это не так сложно. А если каждый день этим занимаешься, то, естественно, ты хочешь и не хочешь, а ты продвигаешься, ты в уровне, так сказать, в своем. Вот, поэтому вот так, надо заниматься. Да. Пані Валентино, я так розумію, на заключній виставці будуть присутні всі майстри, і кожен зможе поспілкуватися. Я навіть чула, майстер-класи будуть проводити. Хто в них може прийняти участь? Да, на заключительной выставке будут присутствовать не только 10 участников этого проекта, а, ну, сказала бы, самые лучшие мастера творческого объединения Прибужья, потому что заключительная выставка проходит в рамках 40-летия областного творческого объединения Прибужья. Мы отпразднуем свое 40-летие. И также хочу сказать, что проект «Нові імена Миколаївщини» вот совсем недавно был отмечен областной премией имени Аркаса. И
очень приятно, что действительно этот проект оценили, заметили, вот, наградили. Значит, мы двигаемся в правильном направлении, и я думаю, что каждый раз еще ярче будем и еще талантливее. Я пропоную нашим глядачам переглянути невеликий фотофрагмент буквально за участю майстрів творчого об'єднання, і я так розумію, тих, хто приймали участь у виставці нові, в проєкті «Нові імена» саме цього року, так? Так, да, так. Да. Давайте подивимося. Так, творче об'єднання «Прибужжя», скажімо так, одразу два свята, і 40 років ювілей, і виставка завершення циклу «Нові імена», так? Да. Що побачать глядачі, та проанонсуйте, будь ласка, ще раз, коли це відбудеться? 29 ноября в 12:00 обласний художественний музей Верещагіна. Приглашаємо всіх на відкриття заключительного виставочного проєкту «Нові імена Миколаївщини» в рамках 40-ліття творчого об'єднання «Прибужжя». Всіх милості просимо. Познакомитесь с новыми мастерами, увидите их новые работы, побывайте на мастер-классах, резьба по дереву, создание портрета, попробуйте, что такое роспись по стеклу, что такое лепка из соленого теста. Все это представят вам наши талантливые мастера. И, конечно же, прекрасное настроение будет, потому что будет музыкальное сопровождение. Будут выступать ансамбль «Вільні козаки», заслуженный артист Украины Александр Сычев. Море позитива, море удовольствия, красота, талант наших николаевских мастеров. Что может быть лучше? Это то, чем мы сегодня гордимся. І в нас буквально залишилося 2 хвилинки. Чому важливо приходити на такі заходи та важливо підтримувати такі заходи? Ну, для мастерів це важливо, потому що ми їх признаем, мы их поддерживаем, мы им помогаем развиваться. А для нас, ну, наверное, на фоне серых будней, это, скажем так, арт-терапия, вот такой вот праздник. Релакс, понимаете? Когда ты забываешься в суете домашних дел, приходишь и получаешь море удовольствия, море позитива. Дякую вам, що ви сьогодні були у нас в гостях. Я нагадую нашим глядачам, що сьогодні в нашій студії була Валентина Кривцова, керівник об'єднання «Прибужжя», заслужений працівник культури України. Вона започаткувала проєкт. І, звичайно, учасники проєкту та учасники творчого об'єднання «Прибужжя» Ірина Латарія із міста Баштанки і Тетяна Веремієнко із міста Миколаєва. Дякую вам, творчих спасибо, успіхів. Спасибо. Сподіваюся, що на вашу заключну виставку прийдуть багато людей. Я також прийду. Приглашайте нас ще раз. Обов'язково. Ми ще не один раз з вами побачимося. А з вами, наші любі глядачі, я прощаюся. Зустрінемось рівно за тиждень.